Благодарность волонтерам за труд в тяжелый период выразил глава муниципалитета Андрей Иванов. Он подчеркнул, вклад общественников в жизнь муниципалитета невозможно переоценить. Я хотел бы поблагодарить всех вас, общественную палату, за ту волонтерскую работу, которую мы проводили в 2020 году. Весь год у нас прошел под знаменем борьбы с коронавирусом, и все, безусловно, усилия были брошены на эту проблему. Это первое пленарное заседание Общественной палаты округа в 2021 году. Общественники подвели итоги за прошлый год и наметили план дальнейшей работы. Участие в обсуждении приняла министр правительства Московской области по социальным коммуникациям. Для нас, для губернатора, мне кажется, что без этого просто вся наша работа, наверное, бессмысленна, если мы не будем слышать наших жителей и людей. А если в 2020 году нам тему основной задавал ковид, то, наверное, сейчас главным вызовом станет, вот, как Андрей Робертович правильно сказал, это вакцинация. Волонтерский труд охватывает все сферы жизни. За прошлый год Общественная палата успела сделать многое. Проводила ревизии качества питания в образовательных учреждениях. Помогала ликвидировать стихийные свалки. Одинцовские общественники вносят немалый вклад в процесс проведения рекультивации полигона в Чистцах. Решают проблемы жителей Гусарской Баллады и Новой Трехгорки. В этом году работа должна быть еще эффективнее. Эмилия Ракелян, телекомпания «Одинцова».